Так, Ирина. Миттельшнауцер, сука, 4 года отказница. 4 года у меня живет месяц. Бывшие хозяева наделали все возможные ошибки. Тянет поводок, так, рвется, орет на собак. Начали заниматься, тренируем концентрацию на владельце, то есть на мне. Татьяна, расскажите, пожалуйста, о протоколе прекращения команды. Пример. Даю команду сидеть. Собака села, получила поощрение. Как вывести ее из этой команды в состояние вольно? У меня есть две команды. Одна команда означает конец упражнения, а вторая команда означает конец работы вообще. После сигнала о конце упражнения собака может покинуть позицию, но при этом она не имеет права пока еще куда-то убегать в голубые дали, потому что я, собственно, не давала команды, отпускающей совсем. Значит, как закончить упражнение? То есть это разные команды, и это важно. Как закончить команду? Приучить собаку к тому, что после слова, которое означает конец упражнения, собака имеет право встать. Если собака сама не понимает, как это сделать, помогите ей это. Помочь можно разными способами. Можно снять собаку с выдержки на себя. Похлопали в ладоши, сказали, иди сюда, я буду тебя хвалить и гладить. Можно снять собаку за кусочек, иди сюда ко мне, я дам тебе кусочек. Можно снять собаку с выдержки на игрушечку. То есть иди играй, как угодно. Но обязательно приучите собаку перед тем, как она снимается с позиции, вот к этому слову, которое означает, что упражнение окончено. Просто количеством повторений набьете у собаки понимание, что слово, скажем, «при» означает отпускающую команду после выдержки или после какого-то другого упражнения.